Ядерная кнопка. Насколько есть риск, что сумасшедший диктатор... Я, во-первых, подозреваю, Василий Владимирович, что она заржавела, потому что ну там же воруют по-черному. Посмотрите, какие яхты арестовывают. Они же на что-то покупались, на какие-то бабки. Это же ворованные у россиян деньги. Во-вторых, не Путин нажимает ядерную кнопку, а там есть определенное количество людей, которые по команде, по цепочке, там, от одного к другому должны нажимать каждый свою кнопку. Ну, я думаю, что они не самоубийцы тоже, и я думаю, что там предпринят ряд мер, чтобы они себя правильно вели. Я думаю, что Путин, пребывающий в неведении в относительном о том, что происходит в мире, он же интернет не читает, не смотрит, он же по бумажке ему дают, как раньше, папочки. Я думаю, что он находится в вакууме информационном и не понимает, что как сработает. А те, кто приходит к нему на доклады, они ему говорят то, что он хочет слышать. Я думаю, его уводят за нос. Вот. Поэтому я не верю в ядерный удар. Но опять-таки, ну вот я не верил во многое, поэтому мне не хочется сейчас говорить. Единственное, что хочу вам сказать, мой прогноз о «Северном потоке-2» сбылся. «Северный поток-2» не запустили. Когда-то, года 3 или 4 назад, я сказал, «Северный поток-2» не будет работать. Все надо мной ржали, когда уже остались считанные там, ну, когда его построили, когда остались считанные там дни, условно говоря, до его запуска. А он не будет работать, все. «Северного потока-2» не будет. Угу. Про роль Китая хочу вас спросить. Они так сейчас осторожно готовы поддерживать экономические отношения и с Украиной, и с Россией. Китай – великая страна, которая очень зависит от Соединенных Штатов Америки. И этим сказано все. Китай – ситуативный партнер России, союзник. Но Китай – великая, мудрая страна, которая посчитает, так, если я сейчас поддержу Россию, что я потеряю на американском направлении? Понятно. Если я не поддержу Россию, что я приобрету? Понятно. Китайцы, вы думаете, не смотрят на Сибирь, на Урал? Смотрят. Смотрят. И сильная Россия, поверьте мне, Китаю не нужна. Как сырьевой придаток, да. А как самостоятельный игрок, зачем?